Полицейские в Крыму в ходе проверок выявили около сотни нарушений в деятельности организаторов прогулок на джипах. Большинство из них касается несоблюдения правил дорожного движения. Рейды проводились на протяжении мая. Обнаружено более полусотни транспортных средств, которые эксплуатировались с неисправностями. Некоторые владельцы внесли изменения в конструкцию машины, не получив разрешения в ГИБДД. В общем, в МВД проверили деятельность почти 200 водителей-экскурсоводов. Двое из них управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а четверо не имели водительского удостоверения после его лишения. Еще 30 экскурсоводов не имели прав в принципе или необходимой для управления джипом категории. В конце мая нынешнего года крымский парламент принял закон об организации автотуров повышенной опасности. Документ определил понятие автотуризм, ввел правила паспортизации и обустройства маршрутов. Согласно закону, организаторы туров должны иметь юридическое основание для перевозки людей и пользоваться только разработанными и согласованными заинтересованными ведомствами маршрутами.